На тебе, скотина. Вот так, я этого долго ждал, ребята, целая неделя прошла, я мечтал об этом, как я это сделаю. Наш первый убитый саркозух. Ребятки, всем привет, с вами Александр, у нас Арки, остров травоядных. Да, в прошлой серии нас обидел саркозух, на самом деле я... Когда записывал прошлую серию, я построил здесь плот. Я вернулся за ним, и он меня снова сожрал. Вот такая вот, короче, у нас получилась хохма. Давайте сейчас мы уже поплывем туда, скажем так, более подготовленными. Так, что нам нужно? Сейчас мы сделаем лук. Сделаем себе лук, наверное. Так, 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 так. Я камни еще не насобирал достаточно. Да вы гоните. Я такую глыбу расколупал, и мне тут камни говорят, что не хватает. Ну да. Лупашим камень топором, чтобы нам было больше камня, меньше кремня. Так, ну здесь уже точно есть. Ну ладно. Мы еще добьем его таки до конца. Тэн-тэн-тэн-тэн. Так, вот теперь нам точно должно хватить. Сделаем еще и ступку, конечно же, потому что ступки снова стало как бы нет. Так, опять я не отсюда тащу. Волокно. Волокно. И вот так вот. Ну, все, в общем-то, сейчас накрафтим. Испорченное мясо, да, отлично. Оно нам как раз сейчас пригодится. Так, шестерочка, давай сюда. Вот сюда. Так, что сюда нужен? Камень и кремень. Давай туда немножко. Да, все, давай туда. Кремень. Ладно, кремня нет. Тогда давайте наркотики. Наркоберри, все, что у меня есть. И мяско протухшее. Пусть себе создается. Так, а кремень у меня здесь есть. У меня здесь есть кремень. Так, почему-то его как-то маловато. Давайте сразу тоже поставим задание. Пусть делается тоже. Так, для этого берем кирку. Нет, не факел. Кирку и добашим немножко еще кремня вместе с камнем. Тарарам. В общем, план какой? Сделать лук, сделать стрелы, отравленные желательно, в том числе, завалить того саркозуха и забрать свое имущество. Там два корабля уже, ребята, два моих корабля. Я уже третий построил. Так, кожи мне вроде бы как не надо уже. Лук, 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 лук. Давайте на шестерочку поставим лук. Стрелы, 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 стрелы. Так, мне должны быть еще ремесло, отравленные стрелы. Наркотики. Хорошо, мы сейчас это сделаем. Кожа. Так, сделаем тапки. Сделаем вот эту вот байду для себя. Ну, в целом все. Так, я знаю, наводим, нажимаем буковку Е. Только вот здесь. И мы это все дело одеваем. Так, это нам не надо. Уголь нам не надо, это не надо. Кремень давайте разделить так наполовину. Половину оставим себе, половину возьмем. Ну, то есть у меня тут по мелочам, да, осталось 50 камня. Вес у меня довольно большой. Есть немножко у меня уже наркотиков и немножко селитры. А, вот сюда давайте добавим кремень еще, еще сделать все. По наркотикам мясо есть, не хватает наркоберри. Ты чё пришел сюда? 5. Вот так вот. Блин, придется топором его колбасить. Не-не-не-не. Сейчас топор мне сломается. Ну как это мне взял и копьем? Копьем мне нет, представляете себе? Ну, раз он сам пришел, он решил нам немножко кожи принести. Я прям так хочу есть.
Вот так вот, отлично. Чего у нас тут не хватает, чтобы сделать копейцо? Дерево, волокно, кремень. Кремень, волокно, дерево. Так, пусть себе делается. Все у нас есть, все у нас отлично. Так, стрел бы отравленных нам еще сделать. 6 отравленных стрел делаем. Рогатка есть, правда. Рогатка стреляет камнями, да, честно говоря. Ну ладно, я уже смонтулил лук. Кожа. Да ладно, давайте я рогатку сделаю. Я никогда не пользовался рогаткой. Посмотрим, чем она стреляет, как она стреляет. Вот, например, вместо... Ну ладно, на семерку можно поставить рогатку. Так, вес, боеприпасы, камень. Камень у меня есть. Как это выглядит? Так. Чё там, наркотики? Понятно. Нам нужно... Нужны ягоды. Так, направо пойти, налево пойти. Где у нас тут ближе всего ягоды насобирать? Так, давайте сейчас проверим. Эти вообще можно убить кого-то? Я не знаю. Что-то она как-то вообще так ненадежно летит. И очень... Так, ну вообще-то это паразавр крутой какой-то. Оно летит с большой задержкой. Че, я попал? Ладно, что-то мне как-то вообще не впечатлила эта тема. Лучше лук. Так, а как мы стрелы выбираем? Какие у нас здесь стрелы стоят? Стрелы стоят обыкновенно. Это хорошо, блин, пить охота. Пить охота. Так, я пью. Вот не считается, да, что я пью. Зашел по колено в воды. И надо идти, блин, на глубину. Ну, что это такое? Как это называется? Тут пока вот так не окунешься, не хочет считаться, что мы попили. Так. 6. Ну хорошо, хоть у нас это дело есть. Ты стрел бы побольше сделать еще. Сейчас посмотрим, чего не хватает. Солома. Ну, мы сейчас солому немножко тут рубанем, и можно ехать и уничтожать этого саркозуха. Так, ну, все нормально, да, по месту сделаем. Кремень. Селитра. Ну, сейчас сброшу лишнее, чтобы, не дай бог, не потерять. Так, давайте разделить так на половинку. Это выбрасываем. Так, разделить так на половинку. Оставим себе по чуть-чуть всего, пусть будет. Кожу. Вдруг мне волосы понадобятся. Хотя их проще сделать, наверное. Волокно. Это вечная проблема. Надо срочно... В этой серии мы сейчас вот заберем свой корабль и приручим трайка. Потому что это... Это не дело. Так, все это мы сделали. Остальное, наверное, можно выбросить отсюда. Так, мясо пусть портится. Разделить так. Все. И разделить стак все. Пусть себе портится. Тогда заберем. Я постоянно так делаю. Постоянно тушу костер. Вот туда. Вот сюда.
Это пусть тут и лежит. Так. Есть ли у меня какой-то стак неразделенный? Есть. Вот так. Вот так. И вот так. А дрова? Да слышишь, что изгинь. Ну так, пусть себе там жарится. Все, ребята, поплыли. Ну хотя бы, конечно, думаю, справимся с луком. Вон где-то там. Он где-то там, наш плот. Точнее, наших два плота. Так, тут застрявшая у нас два трайка и кожаный мешок. Так, а под нами, смотрите, какая, как резко пошла глубина. Да, так стрёмно как-то. Так, медузы оплываем. Они часто любят подглючить, могут и в небе полетать. Так, ихтиозавр нам не страшен. Так, ну где-то, я думаю, так вот помели мы и поплывем. Так, надеюсь, наш корабль там, он, то я уже тут с прошлой серии умер так раза три, наверное. Надеюсь, оно никуда не делось. Так, вот у нас какие-то скаты. Целоканты. Ну, не знаю, как они, правда, называются правильно, но я знаю, что целокант — это вот рыба, которая долго считалась вымершей, а потом ее в один прекрасный день взяли и выловили. Так, кто это тут под водой плавает? А, черепаха. Будет вообще, конечно, очень обидно. О, нет, вот наш плот. Вот он. А, какие сарказух там. Кто бы сомневался. И он, походу, нашего первого ручного питомца так и не завалил. Ну, то есть он где-то там заглючил. И вот он здесь развлекается таким образом. Блин, я даже не знаю, чем мне, как мне лучше на суше там или на море быть. Хана тебе, скотина. Вот так, я этого долго ждал, ребята, целая неделя прошла, я мечтал об этом, как я это сделаю. Наш первый убитый сарказух. Так, не, у меня есть инструменты, я позаботился об этом. Стрелы, кстати, нам возвращаются, это круто. Так, ну нам нужна в первую очередь кожа, не мясо. Ух ты. Чешую какую-то собрал. Так, ну и получается, смотрите, вот один корабль, вот второй корабль. Так. Как ты тут, мой друг? Трилобит. Очень древнее существо. Так. Отношение к врагу, такую цель. Так. Поведение. Так. Отношение к врагу нейтральное. Ну и чё ты здесь стоишь? Его, походу, вот это заглючило еще, конечно. Поведение. Изменить радиус исследования наименьший. Ну. Все, может, тебя попустит? Вот никак его не попускает. Так, что у нас здесь за
О, ребят, это все мое добро. Эх, как же долго я ждал. Так, ну все, я с этим тогда разбираюсь и едем домой, ребята. Здесь терезина ходит. В общем, так неплохой динозавр для сбора древесины. Он ну, не агрессивный, надеюсь. Когти просто жесть. Ну вот здесь в перья, конечно. А, ребята, смотрите, какая громадина. Какая громадина. Это вот это он, да? Вот, смотрите. Ну, вообще-то он бурно реагирует именно на плоты, а на самого, допустим, если мы были бы ныряльщиком, то таких бы проблем не возникло. То есть к нему можно подплыть, и у него можно там, нажимаешь ешечку, он тебе даже жратву как бы там дает. Торжественный момент, ребятки, возвращаюсь домой. Да, это было непростое путешествие. Сейчас я все быстренько это разгружу, может какую-то халабуду себе там построю деревянную и приручим трайка. Так, итак, ребятки, в общем-то, думал я, ну, сейчас приручим трайка, да, и займусь построить, точнее, построить домик, потом приручим трайка. Вот здесь вот я построю себе домик, ну, вот этот камень можно убрать. Вот эти деревья, кстати, не убираются, по-моему, раньше таких деревьев не было. Ну, я даже не хочу убирать, даже вот эти камни, может, не буду убирать. Вот здесь просто построю такой, как бы, может, заборчик, потому что здесь нужно будет все услать чем-то, чтобы здесь не спавнились никакие динозавры, чтобы не было открытой земли. Сделаю себе такой домик между деревьями, что-то вроде того. Но для создания деревянных сооружений нам нужно купа волокна, а для этого нам нужен трайк. Значит, идем искать трайка. Идем искать трайка. Так, у меня где-то же была подзорная труба даже, по-моему, я ее делал. А хотя, а нет, у меня, наверное, кристалла не было. Ладно. Трайка я приручу сейчас вообще любого уровня, то есть понтового какого-то уровня. Ух ты. Не, ладно, не хочу застрять, лучше обойду. Так. Ты у нас кто? Брантозавр. Ну, то бишь, апатозавр. Так, ну, трайки обитают немножко вот здесь вот подальше, в основном. Стегозавр, вот это они так любят застревать. Здесь такой вот утесик. Кстати, я бы мог его даже ушатать. 9 уровня. Да нет, валим. Валим. Блин. Это он будет за мной долго гнаться. Я что-то не ожидал, что как бы второй за него заступится сразу, прям так. Че, ладно. А вот... О, нет, это паразавр. Думал, трайк, ладно, побежим в другую сторону. Анкилос нам тоже, кстати, будет нужен, но это мы в следующей части его приручим. Будем собирать камушек, железо и все дела. Так, по-моему, да, если зайти в воду и нажать Е, то можно ее попить и так, понятно. Не обязательно полностью погружаться. Так, кстати, вон Фиомия там. Птерыча потом приручим, чтобы было хотя бы удобнее летать. Сделаем какую-то экскурсию здесь по островам. Будем приглядывать себе тоже новое место. Вот куда они все подевались? А, черт подери. Вон, смотрите, видите, вот там копье указывает. Там же два трайка. Точно, когда я выплывал, я видел два трайка. Печаль, беда. Но нам нужно найти его где-то здесь. Кстати, я не знаю вообще, на что способен паразавр. Паразавр, ты вообще на что-то годен? Ну, тоже ягоды, конечно, может собирать. Все травоядные это, наверное, могут делать. Так. Второго уровня. Ну, это вообще легко. Тут их как бы слишком много. Так. А какие ягоды он-то кушает, ребята? Вот в чем вопрос. У меня есть, кстати, такое приложение на телефоне. Так. Называется SA Camp. А ну-ка, сейчас я его загружаю. В общем-то, считалочка по динозаврам, кого чем можно приручать. Не знаю, правда, насколько она актуальная. Трицератопс. У меня он, допустим, ну я его сейчас прикину, 10 уровня.
10 уровня. Межаберри. Межаберри он жрет. Ну, киблом 10 уровня 33 минуты приручается. Межаберри. Ну вот мне хватит. На 10 уровень 75 надо мне, 72. То есть ниже 10 уровня я возьму, и проблем не будет. Ну вот 4 уровня. Ух ты, ну там какой-то зелененький. Зелененький мне повеселее. Как вы считаете? 2 уровня. Ну, дело в том, что тут же от уровня еще зависит, да, сила удара, сколько он будет собирать. Хотя все-таки повыше чуток бы взять. Уровень 2. Блин. Не хочется как-то вот этого приручать. Я хотел зеленого. Они тут все-таки дохлые. Ну, у меня пока что здесь слабый уровень включенный. Я потом подниму в настройках, чтобы спаунились максимального уровня 150-го динозавра. Здесь у меня вообще, по-моему, сложность низкая стоит сейчас. Ну так, для освоения, ребят. Ладно. Какого берем? Тут без разницы, думаю. Просто по цвету выберем. Где мой там зеленый? Но я на всякий случай отбегу, а то если он сейчас сагрится, ну кто-то лишний на меня там сагрится, я вот этого хочу. А я что-то не посмотрел, сколько стрел в него надо. Так, он убегает, это хорошо. А вот это нехорошо. Вот эти подлецы. Ну, так неудачно, да, меня зажали наверху, что просто... Что просто капец. Так, где тут мой спящий трайк? Так, ну, у него оглушение падает очень даже не скоро. Так что... Я могу ему загрузить. А тем временем надо... Да он приручится быстрее. Не нужно будет его оглушать. Я чуть завтыкал. Я же без наркоты сюда прибежал. Там сейчас быстро приручится. Он потихонечку подъедает. Сырое мясо. Разделал себя на сырое мясо. А там, кстати, позади 12 уровня трайк ходит. А у меня седла нету на него. Так, стоять. Давайте зайдем в инвентарь, в энграммы. Энграммы. Блин, нифига не ищет. А, с большой буквы. По-моему, здесь оно чувствительно к регистру. Да. Ихтиорнисть, трицератопс. Изучаем. Кожа, волокно, дерево, кожа. Кожи мне не хватит, кстати, как мне кажется. Так, ну от третьего лица тоже, кстати, забавно. Чего тут все посбегались так вдруг? Чуть глупость не сделал, чуть не толкнул. Так, давай, мне кожа нужна. Иди сюда. Так, у меня вообще-то есть рогатка. Вот куда ты убежал? Куда она делась? Ай, ладно. Я трайком ее забодаю. Эту фиомию. Сколько? 3 или 4 отравленных стрелы на нее спустил. Так, ну давай. Ушатывайся уже. Ну, может, пойду пока... так... вторинец. Ну, у нас был первенец, это будет вторинец. Так, кто из них?
Вот ты, так, поведение. Так, так, так. Изменить радиус следования средний. Ладно, пусть будет средний. И давайте поведение. Где тут отношение к врагу? Нейтральное. Ну, погнали. И эту Фиомию нам еще нужно найти и наказать. У нас такой туманчик опустился, конечно. Вот это, по-моему, 12 левела. Да, 12 левела. Самец. Ну, а Фиомия, да, наша удрала. Ну, ты идешь там. Надо его было назвать тупинец, а не вторинец. Так, кстати, ребятки, предлагайте ваши варианты. Будем называть динозавров совместно. Хе-хе. Ну, это я просто так. Ну, то иди, иди, туда не возвращайся. Так, где он делся? Он тупенец. Я его сейчас точно переименую. Блин, он тут застрял. Да иди сюда. Блин, уперся в дерево. Так, не, давайте так. Действие, изменить имя. Это нет, это не пойдет дело, тупенец. Это однозначно. Бежит, земля трясется, елки-палки. Ах, красиво выглядит арк, конечно, радует глаз. Убрал некоторые настройки по поводу света. То есть не так будет сильно слепить экран. Так, давайте смотреть. Седло. Кожа 140. Сколько у меня есть кожи? У меня есть кожа 66. Нехорошо. Нехорошо. Давайте здесь. А почему ничего не производится? Нехватка наркоберри. Ну что ты будешь делать? Так, ну что, ребятки. На этом давайте тогда мы серику закончим. То есть седло сделаем уже в следующей серии, насобираем ресурсов и прочего, прочего, прочего. В общем-то, любуемся этими грандиозными пейзажами. Прекрасный мир, классная детализация, классные динозавры. Так что, ребятки, не забудь поставить пальчик вверх, поставить свой добротный лайк. И до скорых встреч, с вами был Александр, всем пока.